Первый чемпионат страны по любительской версии АИГА прошел в Караганде. Он собрал на своем ковре около 500 участников со всех уголков республики в возрасте от 10 до 40 лет. Воспитанники кустанайского клуба «Барс» также стали участниками этих баталий. В честь команды отстаивали 7 спортсменов. Итогом их выступления стали 4 награды. Находясь в статусе тренера, естественно, я не до конца доволен. В первую очередь своей работой, во вторую очередь своими ребятами. Хотелось бы и лучше, и круче, и сильнее, и быстрее. Ну, по крайней мере, результат говорит сам за себя. Было очень нелегко, я вот так скажу. Народу много, хороших ребят, мастеров спорта, и конкуренция очень высокая. Несмотря на сложности, кустанайцам удалось стать чемпионами страны. 2 медали из 5 оказались золотыми. Шамиль Нуржанов, проведя 4 поединка, стал сильнейшим в группе соревнующихся в возрасте 16-17 лет. Медаль очень тяжело далась. Это очень кровопотливая работа. Сама работа в зале, физика, техника, отрабатывание каждого приема. И вот само волнение, и если ты переборол волнение на соревнованиях, ты уже, считай, выиграл. Поэтому я его переборол. Мне помог Александр Иванович, тренер мой. Вот, я выиграл. Николай Мирошников выступал в группе 10-11 лет. Своих оппонентов юноша превзошел благодаря коронному приему. У меня было 2 боя. Я выиграл их болевым. Я сделал болевой на руку. Мне понравились соревнования. Я рад, что я стал чемпионом Казахстана по грэпплингу. Мне это нравится. Также на счету «Барсов» 2 бронзовые награды. Их обладателями значились Тимур Забаров и Ахмед Ибрашев.